Через пару лет дворы в новых микрорайонах Нижнекамска станут уютнее и зеленее. 3000 молодых деревьев высадили в этом году. Сегодня на улице Фикрята Табиева посадили еще 50 рябинок. Мы начали посадку деревьев неделю назад. У нас по плану сейчас весенний период посадить 5000 деревьев. Осенью мы еще 15 тысяч. В итоге у нас 20 тысяч деревьев должно быть посажено в этом году по акции «Зеленая волна». Пока взрослые заняты озеленением, самые маленькие нижнекамцы по мере своих сил помогают навести порядок в городе. Трудятся на своих детсадовских площадках с большим энтузиазмом. Мы убираем сухую траву, ветки, чтобы навести порядок на нашем участке. Мы хотели бы, чтобы люди, чтобы любили природу. Вместо игрушек – настоящие веники, грабли и совки. И чтобы поддержать боевой дух – веселые кричалки на актуальную тему. Люди, дети нас просят, не сорите мусор, пожалуйста, бурной владите. Пожалуй, самый большой санитарный десант высадился здесь, в лесополосе, вдоль улицы Мурадьяна. Студенты практически всех вузов и СУЗов города наводят здесь порядок. Более 200 человек заняты уборкой. Вместо лекций студенты занялись общественно полезным трудом. Лес поделили на участки размером около 130 метров в длину. Задача – привести веренную территорию в идеальное состояние. Настроение хорошее, не устали, хоть детей на профилактику вывели, чтобы какие-то физические нагрузки, да, и подышать свежим воздухом. Старую листву, ветки и бутылки собрали в кучу, а затем загрузили в КАМАЗы и отправили на свалку. На смену усталости пришло чувство выполненного долга. Много мусора, много листьев, много бутылок там лежат. Сейчас же много молодежи со спичками бывает играют. Попадет, все сожжет. Мы зачистили город! На этом большая уборка не заканчивается. Завтра она придет в городской парк и на место будущего эко-парка на набережной. Яна Чупахина, Евгений Лызаев, Эльгизар Нуриев. Новости НТР.